Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие наши подписчики. Вас приветствует компания Arbat Homes из солнечной, солнечной, летней, морской, зеленой Алании. И я, Татьяна Пикер. Мы находимся сегодня в Махмутларе, в самом-самом начале Махмутлара. И смотрим с вами сегодня комплекс и квартиру в нем с очень красивым видом на море, с прямым видом на море. Стоимость квартиры 320 тысяч евро. Очень хороший пляж прямо напротив комплекса. Вот посмотрите, сегодня ветрено, сегодня спасительные тучки. И хотела бы я показать вам сразу наш комплекс. Вот находится за мной. Расстояние до моря 0 метров. Это первая линия. Поехали в квартиру. Комплекс был построен в 2015 году одним из самых известных и лучших застройщиков на побережье. Комплекс состоит из одного 13-этажного блока с отельной летней и зимней инфраструктурой. А именно, это открытый бассейн с подогревом, это сауна, хамам, тренажерный зал, бильярдная, детская площадка, парковка и много-много другого. Смотрите сами. Дорогие мои, поехали смотреть детально сегодняшнюю красоту. Находимся мы на 13 этаже, квартира дуплекс 3+1 на первом этаже. Вот это вход у нас получается в квартиру. Имеется гостиная, имеется одна спальня и санузел вот здесь. Вот таким общим планом сними, вы видите сразу, что здесь очень много золотых деталей, золотых вкраплений и на потолке, и в ванных комнатах, и на кухне, и на полу. Этот застройщик очень любит именно вот такие золотые детали. Хочу сразу сказать свое мнение относительно мебели. Немножко мебель не вписывается в стиль этой квартиры. Сюда, наверное, подойдет что-то в стиле барокко, дорогие мои. Но мебель в наше время стоит недорого, поэтому это все можно за один день поменять. Итак, холл. Видим, спускается у нас очень красивая лестница с подсветкой на нижний этаж. Люстра какая, обожаю. В квартире 3 санузла имеется. Это у нас общий санузел. В спальне, в родительской также есть. И на нижнем этаже имеется, кстати, тоже красивое золотое зеркало. И даже на стенах очень интересные детали золотые. Это у нас кухня. Кухня белая. Дорогие мои, вся встроенная бытовая техника у нас фирмы Siemens. Напоминаю, что это продажа от собственника, и стоимость устанавливает сам хозяин. Духовочка, плита электрическая, захотите газовую, можете поменять, и вытяжка. Далее, боже, какие виды. Так как это первая линия, то есть 0 метров до моря, и окна выходят на юг и на восток, с любой точки квартиры видно море. Вот хотите вы на кухне стоите, прекрасно, как на Титанике. Хотите чай, кофе пьете, тоже прекрасный вид на море. Дорогие мои, какая же это красота, да, это стоит этих денег 320 тысяч евро. Отсюда имеется два выхода на балкон. Напоминаю, это южная сторона. А на балконе мы будем с вами подводить итоги, поэтому чуть попозже сюда выйду. Очень приятная зона отдыха. В два ряда у нас стоят диваны, вот эта вот прекрасная хрустальная люстра, телевизор, опять же вид на море, такая же люстра, но чуть поменьше, висит как раз у нас над столом. И кондиционеры вот такого типа имеются в каждой комнате. Спальня. Раз у нас сразу смотрим, что у нас в спальне имеется. Когда вы заходите сюда, сразу видите горы, море, вот эти красивые люстры очень прекрасно сочетаются, все вписываются в эту комнату. Двуспальная кровать, две тумбочки, трюмо и шкаф. И, конечно же, изюминкой этой комнаты является у нас огромный балкон. Это сторона, дорогие мои, восточная. Какой красивый вид открывается отсюда. Вот я смотрю на горы, дорогие мои. Это этаж у нас 13, поэтому панорама просто обалдеть. А здесь у нас что? Синее, синее Средиземное море. Настолько красивая панорама, что хозяева не стали стеклить балкон. Они сделали себе маркизы. Я, к сожалению, не нашла пультик, чтобы закрыть. Поехали дальше.
Посмотрите, какая красивая лестница, все с подсветкой. Вы знаете, это дуплекс перевернутый, то есть при входе у нас гостиная и комната, и вниз спускаемся, остальная площадь здесь. Сразу от лестницы справа идет ванная комната, все присутствует, душевая кабина, сантехника, зеркало и так далее. Спальня, раз. Хотите гостевая, хотите родительская. Кондиционер имеется из мебели, двуспальная кровать, две тумбочки имеются с зеркалом, трюмо, шкаф и выход на балкон. Опять же с видом на горы и на море. Эта сторона какая? На всех окнах установлены москитные сетки. Комары вас не съедят. Это 12 этаж. Напоминаю, что дуплекс у нас перевернутый. За оператором очень красивый вид на море, а здесь, посмотрите, вот эти величественные горы. Боже, так, следующую спальню смотрим. Дорогие друзья, это у нас детская на 2 ребенка. Тут же у нас находится шкаф. Кстати, комната просторная, очень просторная. Мне очень нравятся полы. Полы во всей квартире с красивыми золотыми вкраплениями. Еще раз говорю, если вам не нравится эта мебель, то за один день вы можете это все поменять. И имеется тут небольшой уголок, прачечный можно назвать. Пойдемте посмотрим. Площадь небольшая под лестницей, использована с умом. Установлен специальный шкаф, куда вы можете поставить всю химию, порошки, доместосы, чем вы пользуетесь в квартире. Также стиральная машина имеется. И хозяева еще одно спальное место установили как раз под лестницей. Если вам не нравится, можете из этого сделать просто встроенный шкаф. Встречаемся наверху. Закругляемся, дорогие мои, подводим итоги сегодняшнего обзора. Это Махмутлар, самое начало Махмутлар. Это первая линия, 0 метров до моря. Очень красивый песочный пляж с пологим входом. Комплекс был построен в 2015 году очень качественным и известным застройщиком. В комплексе имеется летняя и зимняя инфраструктура, перечислять не буду, я думаю, что вы уже ее посмотрели. И квартира находится на самом верхнем этаже, даже на двух самых верхних этажах. Дуплекс перевернутый, 3+1, 3 балкона, 3 ванные комнаты. И с любой точки этой квартиры вам видно вот это вот красотища, наше любимое синее Средиземное море, а также очень красивая панорама имеется с восточной стороны нашей квартиры. Дорогие мои, площадь 210 квадратных метров и стоимость сегодняшнего предложения 320 тысяч евро. Всегда можно поговорить о последней цене. Торг всегда уместен. Мы находимся в Турции. Компания Arbat Homes, Татьяна Пикер. Пока-пока. Восточная. На всех. Вниз. На всех окнах установлены москитные сетки. Комары вас не съедят. Тут мне уже стоять не надо. Или надо? Ну говори. Я туда не влезу. Не, проговори просто. Ага.